Еще аплодисменты, аплодисменты. Саш пока подышит. Юка не устала. Хоть что-то сделает. Пока Саша говорит, мы для вас тонус сделаем. Поплываем, аплодисменты. Спасибо, Макс, за теплые слова, спасибо публике. Но самое главное, наша благодарность, поздравление, это нашему любимому, единственному, золотому, бриллианту, как угодно, великой Тамаре Николаевне. Огромное спасибо вам. Спасибо вам большое за все, что вы сделали для нас, для нашей пары, вообще для всех ваших учеников. Тамара Николаевна научилась очень многому на льду, на коньках, на выступлениях, но еще столько же, много разных советов она дала нам просто по жизни. Поэтому спасибо вам большое. Это была моя мечта. Учить 2 года, я это все познаю. Спасибо, спасибо большое за такой праздник. Вам да. А мне очень приятно отметить, что вот эта девушка приехала из далекой Японии, потому что ей понравилось, как фигуристы, которых я тренировала, выигрывали Олимпийские игры. Ее мама сказала, ну раз так хорошо тренируют в России, поезжай. И вот теперь у нас Юка, ну уже настоящая российская фигуристка, российская гражданка. Спасибо, ребята. Мне было очень тяжело с вами работать, потому что один говорил на русском, второй говорил на японском и английском, я говорила на английском, и вот так, пока мы это все переговаривали, немножко больше времени теряли. А сейчас мы все говорим на русском и говорим друг другу спасибо за огромное удовольствие, которое я получала в работе с вами. Спасибо. Спасибо еще раз. Всем спасибо, Тамара Николаевна. И Тамара Николаевна, раз Максим показал тонус, давайте мы хоть с Юкой не катались 2 года, но мы попробуем показать тот элемент, которому научила нас Тамара Николаевна, его до сих пор никто не делает вообще в мире. Это тот же тонус, но только тонус, где партнерша висит в воздухе, зависает у меня на ноге. Ну, попробуем. 2 года не катались. А Саша спортсмен не умер. Все соревнуется. Юг, ты подожди, сейчас я что-нибудь придумаю еще. Еще сделаем. Браво! Так никто не может, кроме этих ребят. Ученики Тамары Николаевны Москвиной, Юка Кологутин, Александр Смирнов. У Тамары Николаевны был еще один ученик, с которым она вроде на одном языке говорила, но работать было еще тяжелее. Будем называть имен. Сейчас специальный сюрприз, гвоздь программы, бриллиант российского женского одиночного катания. Девушка, которой принадлежат все возможные титулы в фигурном катании. Наша Эсмеральда Алина Загитова. Thank you.
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, чемпионка всего. Алина Загитова. Спасибо, Алина. Где ты там успех? Пока Юка и Саша перед Алиным замечательным выступлением говорили свои слова, я подъехал за микрофоном и увидел еще одного очень важного человека и в моей карьере, и в истории Тамары Николаевны Москвиной, партнершу великого Артура Дмитриева, олимпийскую чемпионку Оксану Казакову. Когда-то мой тренер,